Здравствуйте, товарищ Арбалу. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об очень бюджетной вращающейся блесне от китайского производителя Сивиды. В данном случае это вертушка под названием Агат. Весит она 5 грамм. В этой линейке Агат, они не идут под номерами, их различать можно только по весу. Есть и более тяжелые версии, более крупные. Ну и для ловли окуня, возможно, поклевки щуки используют 5-граммовые такие вот блесна. Также можно применять их на реке на течение. Прекрасно работает и на течение. Неплохо летит для вращающейся блесны. Как правило, вращающиеся блесна летают, полетные качества у них не ахти какие, но забросить вполне возможно, нормально летит, не хуже, чем блесна других производителей. Блесна оснащена очень острым тройником, с таким вот красным оперением, которое дополнительно привлекает хищную рыбу и является неким стабилизатором в игре приманки. Все элементы блесны изготовлены из нержавеющих материалов, и это как залог того, что приманка прослужит очень долго, если, конечно же, вы ее не оторвете или же намеренно не сломаете. Лепесток немножко необычной формы, такой немного продолговато скругленный. Несмотря на свой размер, довольно-таки крупная блесна заводится очень хорошо. Даже при минимальных оборотах катушки она уже начинает играть. И как я заметил, многие начинающие рыболовы, либо же рыболовы-любители проводят вертушки очень интересным образом. Они крутят катушку с такой скоростью, что блесна лепесток вращается как турбина. Это как раз таки делать не следует. Блесна должна играть как раз таки чуть ли не на грани срыва лепестка, то есть его игры. То есть вот это вот самая оптимальная проводка, когда лепесток вращается, но не так, что удочка гнется, то есть спиннинг, а как раз на легкой медленной проводке. На мой взгляд, это самая лучшая проводка для вращающихся блесен. Так что не допускайте таких ошибок. И этот вид приманок будет вас радовать возможными трофеями. Как я говорил, приманка очень бюджетная. Ее сможет позволить себе каждый, а то и не одну приобрести. Приобретайте и наслаждайтесь злыми поклевками окуня, щуки и других видов рыб. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.